Как вам игра? Условия, наверное, классные. Так. Сегодня погода. Великолепно. Праздник хоккея. Надо делать это почаще. И всем. КХЛ задумывается о подобном? Да, но мы ждем, пока будет достойный КХЛ-стадион построен на России. Тысяч на 105, так, да? Ну, тысяч на 110, да, чтобы сразу рекорд побить. И где-то может вообще у нас такое возникнуть в ближайшие хотя бы лет 20? Ну, нет, мы думаем на самом деле о подобном празднике хоккея. Просто вот пока календарь нам не позволяет. Вот мы еле-еле в матч звезд уместили в один день. Ну, в дальнейшем, конечно, думаем об этом. А я слышу, Александр Иванович Медведев, по поводу игры на стадионе «Зенита» на новом, что ты говорил. Да, есть такая идея в Санкт-Петербурге на новом стадионе. Но когда его построили? Да, вот в этом весь вопрос. Спасибо.